Друзья, приветствую. Буквально вчера я написал аранжировку по просьбе одного из моих учеников. Мы на занятии с ним эту песню разбирали, прям на уроке эту аранжировку, в принципе, и оформляли. Песня «Изгиб гитары желтой». И уникальность просьбы заключалась в том, чтобы мы учили эту песню не на 6 восьмых, а на 4 четверти. Что из этого получилось? Предлагаю сейчас вашему вниманию, если аранжировка вам зайдет, переложение понравится, обязательно ставьте лайки. Если еще не подписаны, подписывайтесь на канал и будем с вами почаще видеться. Благодарю, приятного прослушивания.